Yeah, yeah, ты мэн, бро. Ирен, бэд гёрл. Ты должен слышать. Yeah. Запомни наши имена. Запоминай. Вы ждали нас. Hey. Но вы хотели по-любому, чтобы лимитировал со сцены матч. Yeah. Когда я буду пытаться выдавать вам свой флоу, вы будете, конечно, орать нам, чтобы погоняли на репите вы меня. Я буду подниматься только номинально выше, потому что вы готовы выдавать вверх руки. Yeah. Это лучший фас из тех, что слышал. Hey. Ну-ка догони, доведи нас, чтобы мой мозг замыкал на вынос. Yeah. Меня невозможно перечитать, потому что я буду делать вас всех здесь вырос. Рейтинг мой, потренируй свой флоу, чтобы тебе наконец так читать. Бро, это прорыв, но тебе не поможет ритм, если читать. Они часто делают ошибки в наших именах, так что мотай себе на осалага или иди на эль. Нижний пробел, мэт, все по-английски. Посмотри на тегах, у меня по трекам как написано. Ты не перепутай, просто напиши Рен только по-русски. Третья буква Е по счету. Не тупи, а тут ты расстраиваешь меня. Выйдет это те, кого ты на репит отправил. Ты тот, кто в нас вникал, бро. Я тебе намекаю, помни наши имена. Они тебе говорят, те двое, кто тебя по-любому покорил. Дабы не позабыли вы нас, сейчас тебе в этом ритм. Так что, хоуми, держись. Будто бы напал, мы напали на колонки. Мы готовы по-любому тебе рвать перепонки. Ирен, бэд гёрл или мэтт, теперь ты нас запомни. Это тебе говорят, те двое, кто тебя по-любому покорил. Дабы не позабыли вы нас, сейчас тебе в этом ритм. Так что, хоуми, держись. Будто бы напал, мы напали на колонки. Мы готовы по-любому тебе рвать перепонки. Ирен, бэд гёрл или мэтт, теперь ты нас запомни.